Шаг навстречу мечте. Около 70 юных футболистов из детских домов и школ-интернатов Омска и Омской области с горящими глазами выходят на газон манежа «Красная звезда». 4 апреля здесь развернулись настоящие футбольные баталии. Мальчишки и девчонки сражались за две путевки в следующую стадию турнира «Будущее зависит от тебя». Главный же приз соревнований – поездка в Лондон на базу клуба «Арсенал», товарищеский матч с местными воспитанниками и экскурсия по городу. Посмотрите, какой стимул у любой команды попасть в Лондон и там поиграть на родине футбола. Ну, и, знаете, наверное, я рад тому, что вот именно сейчас первый этап в Омске начался уже, как я уже сказал, в приветственном условии. Мы готовимся к чемпионату мира. В 2018 году у нас состоится чемпионат мира в России. Это впервые. И дети, которые сейчас играют, я думаю, должны быть нацелены на победы. На победы в своей жизни, на победы в спорте, на победы в футболе. На нескольких площадках в динамичном формате два тайма по 10 минут состязались юные виртуозы кожаного мяча в двух возрастных категориях 14-15 и 12-13 лет. Участие в турнире для многих – большое событие, шанс проявить себя и стать ближе к своей мечте о профессиональном футболе. Я как бы хочу стать как Роналдо, ну Криштиану Роналдо, просто мне нравится, когда он играет в футбол, и я хочу стать футболистом, вот я и играю в футбол, потому что вот. Так вот случается. И я играю второй год уже здесь на мегафоне. И мне очень сильно нравится футбол. Из-за этого я езжу на соревнования. А я здесь первый раз. Я хочу научиться играть нормально в футбол. Ну, у меня фанат Месси. Я фанат Месси. И мне нравится, как он финты вытворяет. Я пытаюсь так же. Ну да, мы ждали этот турнир. Старались, тренировались ему, чтобы выиграть. Вратарь тоже молодец, старается. Вот так все. Потихоньку пока. Вот так потихоньку воспитанники Большевиковской школы-интерната не потерпели ни одного поражения в 5 матчах старшей группы и завоевали путевку во второй этап. В младшей категории в следующую стадию попали футболисты Омского детского дома номер 4. Самые титулованные команды, они из Сибири, чаще всех ездят. А на данный момент, вот 7 раз уже ездили сибирские команды, в прошлом году также выиграл уже второй раз. Каннский детский дом, то есть они ездили. Единственное, что в финале у нас проиграла Тыва, там по пенальти уже там до слез ребята там плакали на поле. Ну, бывает и такое. Поэтому вот в этом году Каннск сказал Красноярск, что мы их попробуем сделать хит-трик и выиграть третий раз. То есть дети ждут, вот реально мы общались, прям ждут, готовятся там этого соревнования, футбола, то есть с целью поехать, увидеть и показать себя. Решающая стадия соревнований пройдет с 24 по 28 мая в Сочи.